Ребята, всем привет, с вами Александр, мы в гостевом аккаунте, и начнем, пожалуй, мы со сражения кайнозойскими, поскольку Титанобо у нас является представителем, ну, пещерных, да, против нее хорошо заходят саванные ребятки, то нам нужно взять, тогда, наверное, возьмем сначала... Возьмем Титанобо! Титанобо против Титанобо, а потом пойдут, короче, два наших с преимуществами. Ну что, давайте полюбуемся на эту красотку. На Василиска. Как писали, на Василиска из Арка похож. Ну, о, ну, видите, да, анимация одинаковая. Только у этой, как будто бы, многоножка с гирляндами. Вау! Ну, это круто смотрится, правда? Титанобо против Титанобо. А, жесть! Это, блин, шикарно. Прям хочется смотреть и смотреть. Ну вот, сделайте уже, наконец-то, чтобы камера здесь вращалась. И будет тогда круто. Ладно, давайте будем атаковать. Точнее, будем собирать баллы. Нас атакуют в 350, потому нам нужно накопить побольше баллов. Иначе мы не пробьем. Нам притом пробивать-то надо очень неплохо. На 4 бить. Да, на 4. Не, на, может, на 3 хватит. Но вряд ли. Так, немножко прощупаем. Так, язычок. Ну, у нас тоже язычок торчит. Ну да, синхронно они все делают. 5. Шикарно. Нас не пробили. Ну, на всякий случай сделаю плюс 1. А то не считал. Я пока на них смотрю, любуюсь. Восставшая из мертвых. Так, а у нас, смотрите, торчат два зуба, а у этой нет зубов. То есть у Титанобо торчат два зуба, типа ядовитых, которых у нее быть не может. А там вот такие вот куча мелких всяких зубчиков. Ну вот так давайте, на 6. Отлично, пробиваем. Ну, сейчас она должна нас атаковать. Титанобо левел 3. Так, нас протачили на 3. Ну, давайте сделаем так. Гасторнис, да. Червячка. Скушай червячка, птичка. Ну, посидим пока в защите. 8 баллов у Ураборос. Атакует на 6. Да, тут хвостиком махнуло бы и мамонта бы убило. 3 и раз 2. Пробиваем. Так, это у нас какой босс уже? 4-й? Да. Пятерочка. Пятерочка. Ой-ой-ой, нас легко пробить можно. Наверное, стоило вообще атаковать на все баллы. Воу, ну у нас останется соточка. 170, да? 48 всего лишь осталось. А, ну да, тут 1051. Так, ну и что? Тогда... Раз, два... Три я пробил. Раз, два, три, четыре. Я еще выжить могу? Ничего себе. Брантатери, ты меня удивил прям.
Ну, на следующий ход нам нужно атаковать все по полной. Но, скорее всего, нас тоже проатакует она сейчас. Ну, на 3. Не на 4, конечно, но ладно. Не удалось. Ты попробуй такого проглоти. Смотрите, какой шипастый. Роги-то брюхо тебе вспорят. Пробили. Не ожидал. Реально не ожидал. Я думал на прошлый ход уже атаковать по полной на 8. Но нет. Нет-нет, мы еще тут пробились. Так, и у нее сила удара уже 3500. Так, тогда что мы еще сейчас сделаем, ребятки? Понимаю, что уже никакой Кайнозойский с ней ничего не сможет сделать. Но мы все-таки возьмем Кайнозою, просто посмотрим, как бы так, в сравнении, как они смотрятся на арене. Так. 3500. Тогда вот так вот предлагаю пойти. Ну да, посмотрим еще на вот эту троицу. Может, каким-то чудом мы пробьем 9000 нашего Урабороса. Ну, давай мамонт. Не, ну мамонта бы она не проглотила. Пять-двести у нее сила удара. И она не проатаковала. Ну, мы первых двух принесем в жертву, чтобы накопить баллы для Гиенодона. А там будь как будет. Ну, блин, да. Конечно, убить мамонта она бы легко могла своими там укусами или хвостом. Но вот как бы проглотить не получится. Ничего себе, мы даже его продымажили. 7. Атака на 4 всего лишь. Ну, наверное, защиту поставила. Нет, ничего не поставила, смотрите. Пробил. Вообще не ожидал. Можем еще один пробить уровень. Там сколько будет? 1010-12? Уроборус левел 7. Всего лишь 10 тысяч. 7, атака на 3. Так. Ну, ладно, просто атакуем по полной. И убиваем еще одну змею. 11800. Ха-ха. Двушечка сверху, ребята. Неплохо, Кайнозойские, да, за два захода дошли до 8 уровня Уробороса. Не ожидал. А вот Гиенодончика она бы с удовольствием проглотила. Как ужик жабку. Даже легче. Ну, всего лишь 21 тысяча урона, ребятки. Вот так. Ну, на этом мы серику закончим. Ну, а следующая серика у нас уже будет про супер-пупер сильных наших гибридов. Всем пока.